По-моему, в воротах было уже. У вас всегда в воротах. Давай менять. Только один. Всех победил? Да, все. Надо работать над ударами, нападающим чуть-чуть. Да, ничего страшного. Еще есть сбор. Кто? Давай. Вратарь, что ли? А, Тимур, который нападает. Вот как не считается? Тим, как так получается? Вроде нападающий, а выигрывает защитник у вас. В ударах, а? Так получается. У кого самый сильный удар? Сули сегодня два раза ударил, так что за мячом бегали полчаса, но потом точно. Кормил. Да, ты кормил. Суль, сильно расстроишься в неё? Я не выиграл, да? Нет, привыкли. МП
Антон, ты-то участвовал? Нет. Ты же наиграл в стратегию, да? Чего?